то, что у нас сегодня в России существует, это, конечно, никакой не Советский Союз, но это фашизм. Это фашизм в одной из наиболее уродливых форм. Фашизм бывает разный, бывает нацизм гитлеровский, там итальянский фашизм, путинский фашизм, возможно, одна из самых уродливых форм фашизма. Вот этот вот путинский рейх – это то, что, в чем мы сегодня находимся в России. И это намного, намного хуже, чем Советский Союз. Поэтому говорить о том, что возвращается Советский Союз, это, наверное, все-таки некоторая ошибка. Имитация, да, имитация происходит. Происходит, скажем, стимулирование ностальгии по Советскому Союзу.